Привет, ребята! Это угар, я, наверное, сейчас скину тоже. Юрка видос скинул, блядь. Там штриха какого-то, видимо, менты нахлобучили, сука. Он весь, типа, в орденах, а на лбу приклеена крышка от бальзама звездочки. У него спрашивают, а какое, говорит, у вас звание, блядь? Ну, генерал земного шара, сука. Ой, ребят, ну, не об этом сейчас. Анекдот будет. Подписчик наш Вадим прислал. Вадим, друг, привет в Москву из Питера. Анекдотец твой вчерашний. Ну, кажется, дискотека. Пацан подходит к девушке, говорит, девушка, позвольте с вами потанцевать. Она ему такая, ну, он воспринял это как знак согласия, потанцевали там, такие, нормально все. Он ей потом опять такой, а позвольте, говорит, вас до дома проводить. Она ему опять, ну, проводил до дома, стоят уже возле парадной. Он говорит, а может, поднимемся к вам домой, там, чашечку кофе выпьем. Она ему опять, ну, поднялись такие, сидят, пьют кофе. Он у нее спрашивает, а почему вы все время мычите, как корова? Почему не скажете нет или да? Она такая с трудом зубы разжимает. Да потому что, сука, я так трахаться хочу, что аж челюсти сводит. Генерал земного шара. Пока, ребят, всем здоровья и процветания.